Албакир Исмаилов – народный художник Казахской ССР. Мастер, чье имя связывают с первоначальным этапом становления и развития изобразительного искусства Казахстана. Интереснейшая биография, интереснейшая судьба. И отправной точкой в его биографии является одно из очень важных событий, о котором я и хотела бы спросить Кульжизира Жамадиловна. Я говорю именно о первой передвижной выставке 1928 года и о том, как, собственно, Албакир Исмаилов принял в ней участие. Расскажите, пожалуйста, об этом первоначальном этапе. Первая передвижная выставка была организована Николаем Крутильниковым в Семипалатинске. И Албакир Исмаилов, услышав об этом событии, пришел на выставку и предложил свои рисунки. И даже газеты того времени писали о том, что участвует в этой выставке совершенно молодой человек. Ему в это время было, даже не было еще 15 лет, когда он принял участие на этой выставке. То есть он описывает сам в своих воспоминаниях, как они на верблюдах из Семипалатинска кочевали из одного аула в другой, как их встречали, какой был прием, когда они приехали. Проделав многокилометровую. Главное, наверное, для Исмаилова было то, что дали ему направление на учебу в Москву. И это определило его дальнейшую судьбу, безусловно. Мы знаем его и как художника-графика, и как художника-живописца, как даже мастера карикатуры, как мастера, который собирал и сделал прекрасное, очень важное исследование, посвященное казахскому костюму и национальному танцу. Как вы считаете, в большей мере его можно, вообще характеризуя его творческое наследие, более, может быть, ценное или значимое его акварельное или графическое творчество, или же живописные произведения? В какой мере он больше раскрылся, в какой части? Я думаю, что Исмаилов, конечно, все свои вот эти дарования вот сумел воплотить в каждый определенный момент своего творческого, творческой жизни. Вот после Москвы он занимался акварелью, писал индустриальные какие-то пейзажи, занимался карикатурой. Потом у него появилась потребность быть режиссером. И он поехал в Москву учиться в ГИТИСе буквально через 2 года после окончания ФХТИНа. В 1934 году. На этих режиссерских курсах он получил образование режиссера, приехал и стал работать режиссером в Казахском драматическом театре, потом в Казахском театре юного зрителя, ставил первые спектакли. Поэтому, мне кажется, то, что ему было интересно в определенный момент, он этим занимался. Он, с полной самоотдачей. С полной самоотдачей. Он хотел заниматься живописью и изобразительным искусством. Он им занимался. Затем его душа потребовала занятий более такого яркого самовыражения, как быть режиссером или постановщиком танцев, или быть балетмейстером, ну, хореографом, там, сниматься в кино. То есть он всему отдавался с полнотой своих душевных, так сказать, потребностей. И поскольку это, ну, такая яркая личность, энергичная, мне кажется, он все делал с большой любовью, с большой самоотдачей. И это видно в его творчестве. И если говорить, что главнее, а что второстепеннее, наверное, это невозможно, так сказать, поставить что-то на первое место. Но я бы на первое место поставила все-таки изобразительное искусство, его живописные и акварельные работы. Потому что вот они остались на века. Они хранятся во многих музеях, в нашем музее, в областных музеях нашей страны, в зарубежных коллекциях и музеях. Поэтому его имя вписано вообще, конечно, в культуру Казахстана, но и в изобразительное искусство, наверное, в большей мере. Потому что, мне кажется, все его порывы души видны именно в его замечательных пейзажах. Я предлагаю вместе рассмотреть несколько работ, выдающихся работ замечательного мастера. Уже к середине 50-х годов формируется индивидуальный подход в
изображение пейзажа у Аубакира Исмаилова. И это произведение по праву относят к числу выдающихся живописных достижений в творчестве Исмаилова. Расскажите о работе Джаляу Хантенгри. Джаляу Хантенгри создан Исмаиловым в 1959 году. И она, эта картина воспринимается, безусловно, как одно из ярких таких пейзажных образов родной природы Казахстана и отрогов, так сказать, Делийского Алатау. Картина, на первый взгляд, изображает будничный такой сюжет. Мирно пасущиеся стадо, обыденная суета возле юрты мы видим. Где-то на первом плане вертолет летит. Казалось бы, что может быть проще такого сюжета? И вдруг над всем этим обыденным сюжетом мы видим, как поднимается громада Хантенгри, как будто изваянная из мрамора, да, божественной рукой. И вот именно в этом сюжете можно сказать, что Исмаилов выступает как режиссер. Он режиссирует, он ставит эту сцену. И для того, чтобы показать вот эти все отроги горные, он применяет абсолютно такую живописную технику, может быть, не характерную для передачи этих гор. Смотрите, бледно-розовые какие-то цветовые сочетания, и, уходя ввысь, голубое небо, светлые облака создают совершенно особенную атмосферу. И когда мы взгляд снова опускается вниз, мы смотрим с первого плана, и у нас взгляд глубоко уходит в пространство. Это тоже одна из любимых деталей Аубакира Исмаилова – показывать далеко в пространство. Как бы извилистая речка ведет наш взгляд в глубину этих гор. И, может быть, именно для этого пейзажа необычно то, что он выбирает вертикальный формат, потому что он всегда у него была горизонталь степи, а тут вертикаль гор превалирует. Природа Казахстана всегда была источником вдохновения для казахстанских художников. Но именно Аубакир Исмаилов умел особенно тонко прочувствовать, понимать и передать ее красоту, величие, эпическую монументальность. Ведь действительно, алматинские горы обладают совершенно особенной атмосферой, они не могут не восхищать. И одно из зрелых произведений мастера под названием «На просторах Джувалы» охватывает совершенно необъятное пространство по своей величественности, монументальности, масштабности. И, конечно, совершенно удивительная манера передачи этого пространства, прежде всего через цветовое решение, нежнейшие, тончайшие пастельные тона, через высокую точку обзора, через охват и соотношение планов, через соединение в одной картине человеческого и природного, рукотворного, как этот водоем, и естественного, как природный ландшафт. Сочетание статики и динамики, потому что пасущиеся замер...
Хочу рассказать вам, какие травы входят в эти пельмени. Часто показывают.